Йога чем хороша? Тем, что здесь мы все делаем до комфортного состояния. И сама вот эта вот йога, перевод, да, как баланс или гармония, она учит нас слушать свое тело. Зрители могут любой блок из того, что я предоставлю, использовать в своей ежедневной практике. И почему квантовая? Потому что мы за кратчайшее время постараемся охватить все диагональные асимметричные линии, пробудить лимфатическую систему и поработать и с балансами для уравновешивания двух полушарий мозга, и с дыхательной системой. Освободим захват рук. Прямая спина отклоняется назад, приподняли ноги, поймали баланс. Звук. Ха. Выдох. Ха. Выдох. Ха. Мягкие пружинистые ноги. Если вы сейчас смотрите из пространства комнаты, значит, вы не тело. Режим самоисцеления включен.